Вы так долго ждали данного розыгрыша, но придется еще немножко подождать. У нас же наступило новое десятилетие. А что это значит, что нужно нам прикоснуться к прекрасному? Но перед тем нужно покушать, так как выпуск, я думаю, будет долгим, а голодать нам не стоит. Я сразу перезапасся. Я вам советую тоже сходить приготовить себе что-нибудь покушать. У вас есть время, пока я начну набивать свой желудок. Так, наливаем кока-колу. Самое главное, это есть побольше мяса. Но, как правило, что мы что делаем после поедания бургеров и кока-колы? Это толстеем, поэтому есть определенный способ, чтобы не ожирнеть при приеме данного продукта. Это потанцевать перед приемом пищи. Потанцевали, теперь можно и кушать. Что я не люблю в бургерах, так это лук. Его обязательно везде кладут. Если сравнивать Макдональдс, Бургер Кинг и KFC, какой вам нравится больше, пишите в комментариях. Мне вообще в целом нравится Бургер Кинг, за счет того, что у них как-то котлеты, что ли, посытнее. Это теперь не техноблог, это фудблог. Я знаю, что, возможно, вы меня будете хейтить, но мне реально понравился бургер Бэкстайя. Я ел на открытии Блэкстаром в Ереване. Так что баров здесь. Починил, кстати, микрофон. В предыдущих роликах он не алёбал, поэтому с звуком проблем не будет. Если что, все для вас, ребят, все для вас. Хрустящая капуста, она мне очень нравится. Вы уже догадались, что у меня... Свет забыл. Вы уже догадались, что у меня на обзоре сегодня S20 Ultra. Samsung вообще является главным двигателем прогресса, и это факт. И сейчас мы в этом убедимся. Ребята, это действительно пушка. Вот серьезно, я долгое время смотрел на дизайны новых смартфонов, и меня никак это вообще не впечатляло. Но этот не просто приятно держать в руках, но и смотреть на него. Да, он мощный, да, он длинный, но это никак не мешает. У меня вообще был Samsung там второй, по-моему, который планшет. И я с ним ходил как с телефоном, то есть вот такой огромной лопатой я общался. Похожие эмоции я получал, когда вышел S6 Edge. Сколько времени с этого момента прошло, и вот Samsung и наконец выпустил смартфон, который действительно нравится мне.
Я всегда думал, почему все-таки в телефоны не ставят такие крутые линзы, как в фотоаппаратах. Согласен, это было технически сложно сделать, но если вспомнить Samsung S4, был какой-то специальный релиз, где стояла такая огромная камера. Я достаточно скептически относился к Samsung после того, когда мне горела батарейка в ноте 8 или 9, собственно, не помню, уже не важно. Он так особо на рынок-то и не вышел. Но в прошлом году они выпустили A80, достаточно крутой аппарат, и стоил он недорого 46 тысяч на секундочку. Но мне понравилось, что у него выезжала камера и разворачивалась. Это вот действительно такая инновация, где никто ее такое не делал. Сейчас же они опять на шаг впереди планеты всей. Поставили модуль 108 мегапикселей, 100-кратный зум. Ребята, это в телефоне на секундочку. Смотрится она достаточно элегантно и при этом дерзко. Она как будто кричит: «Сфоткай на меня и выложи в социальную сеть, да покажи, что я умею». Но так ли она действительно хороша? Мы сегодня это протестируем. Вначале несколько слов о самом названии новинки. Компания решила пропустить Galaxy 11 и еще 9 версий, перейдя сразу к Galaxy S20. На это есть несколько причин, первая из которых является iPhone. В сложившейся ситуации Samsung постоянно находилась в роли догоняющей компании, выпуская спустя полгода после iPhone модель с точно таким же индексом. Перейдя сразу к S20, Samsung попытались разорвать эту связь с яблочными смартфонами. Многим может показаться, что на новом смартфоне установлены ровно такие же матрицы, как на Samsung S10 и Note 10. Однако это совершенно не так. Вместо своей матрицы Samsung решил поставить более качественные и современные матрицы от Sony. Также компания без лишнего шума отказалась от двойной диафрагмы, и на Galaxy S20 Ultra уже используется фиксированная диафрагма. Видимо, эта инновация оказалась не настолько полезной, как заявлялось ранее. В блоке основных камер выделяется широкоугольный сенсор с разрешением 108 мегапикселей. При недостатке освещения пиксели автоматически группируются из 9 пикселей в один большой. У диафрагмы фиксированное значение 1,8. Никуда не делась и оптическая стабилизация. Ультраширокоугольная камера получила разрешение на 12 мегапикселей, а телевик 48. Он тоже получил оптическую стабилизацию и может увеличивать размер пикселей. Этот объектив получил гибридный 10-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой. Такую возможность сама компания назвала космической. Четвертым модулем служит датчик глубины, который позволяет лучше осуществлять размытие фона в портретном режиме. Samsung с гордостью сообщает, что ее флагманы первые в мире могут снимать видео с разрешением 8К. Частота при этом составляет 24 кадра в секунду, а любой кадр может быть сохранен в виде четкой 33-мегапиксельной фотографии. Есть возможность сделать одновременную съемку сразу на три задние камеры. Искусственный интеллект предложит выбрать наилучший вариант. Обеспечивать максимальную производительность устройства призван новый 64-битный 8-ядерный процессор Exynos 990 от Samsung, созданный по 7-нанометровому техпроцессору. Рабочая частота некоторых ядер достигает 2,7 ГГц. Стоит ожидать появления Snapdragon 865 в вариантах для некоторых рынков. Сравнивать разработку Samsung с аналогами от конкурентов смысла нет. Разница в скорости работы на глаз видна не будет. Объем оперативной памяти солиден – 16 ГБ. Встроенной памяти S20 Ultra получил 128 ГБ, что очень мало. Фотки и видео же на камеру будут весить как крыло от самолета, но имеется вариант с 512 ГБ. Но в России он продаваться не будет. С помощью карт памяти можно расширить хранилище еще на 1 ТБ. В смартфон поставили батарейку на 5000 мАч. Экономичный чипсет, немного измененный экран по сравнению с S10. В результате аппарат показывает стабильные 2 дня работы при средней нагрузке. Посадить аппарат за день практически невозможно. Нужно в нем жить в буквальном смысле слова. Ну что, давайте приступим к розыгрышу. Я распечатал на каждого из вас номер и буду своими лапками тиранозавра. Лапками тиранозавра доставать из своей шляпы данные номерки. Мешаю. Чудо. Мешочек. Лапкой пощебучу, я не смотрю. А как же это все будет происходить? Достаю 4 номера. У нас есть Oppo A5 2020, 2 штуки, S10 Plus и iPhone. Начиная с Oppo, продолжая Samsung и iPhone.
Щекутим. После чего я открываю свой канал и, листая ваши комментарии, выбираю тот номер, который у нас и будет победителем. Первый номер у нас 121. 121 получает у нас, опа, опять 20-20. Продолжаем щебутить лапками. И главное, чтобы один номерок доставать, потому что можно зацепить несколько, и будет потом вопросы. Один. Так, номер 230. 230 получает у нас, опа, опять 20-20. Щебутим лапками. И номерочек следующий у нас. 36. 36 получает Samsung S10+. И флагман данного вечера iPhone получит у нас номер 80. Поздравляю всех. Сейчас посчитаем. Начиная с 36-го. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть. 36 Дима ДСЦ получает у нас S10+. Мои поздравления. Как будут связываться из вас, я напишу в комментариях, что вы стали победителем, свою почту, и напишите свои номера туда, либо какие-то контактные свои данные, я с вами свяжусь. Сейчас посмотрим, может быть, у вас еще уже есть там большинство, там какие-то контакты, но продолжим. Номер 80. 60. Фарид Гумбатов получает у нас iPhone 11 Pro на 256. Мои поздравления, Фарид просто Гумбатов. С комментарием. Защита от воды не заявлена. Поздравляю. Следующий номер 121. Сто двадцать один. Номер победителя Светлана Надина. С комментарием: очень рада, что попала на ваш канал. Ты получаешь, опа. Не знаю, кстати, какой из них попадал в дошек. И следующий у нас 230. Конечно, считать самому — это жопа. Сразу сказать, могу сказать, какие-то комментарии я пропускаю. Если вижу я достаточно большое количество сообщений от одного человека, либо этот человек повторяет, я его запомнил, я пропускаю его. Thank you.
Сергей Артемьев получает у нас, опа, опять 20-20. Не увидел ни у кого контактные данные. Посмотрим, может быть, у вас есть какие-то здесь. Перейти на канал. Сергей Артемьев, есть свой канал, есть какие-то свои видео. Но я не вижу контактных данных. Так. Так, Дима ДСЦ. Где же ты, наш Дима ДСЦ? Дима ДСЦ. Вот, Дима ДСЦ. Тоже у тебя канал. 175 подписчиков. Алкотель 1С. Стоит ли брать? Стоит ли брать? Видео, порядочек, популярный. Ну, у Димы тоже есть свой достаточно хороший канал. Ну, не знаю, хороший, не хороший. Но видео здесь у него имеются. Надо будет как-нибудь посмотреть о канале. Номера также не имеется. Ну ладно, всех хочу поздравить с победителями. С каждым свяжусь. Отправим. Всем до новых встреч. Пока.